Известность, дорогие мои близкие друзья и дальние друзья и родственники. У меня новая должность. Меня назначили министром счастья. Как это случилось, я вам расскажу позже. А сейчас поговорим немножко о счастье. Что, какое главное условие для того, чтобы человек был счастливым? Как вы считаете? Веды считают, что самое главное – это быть здоровым. И, наверное, трудно согласиться хоть кому-либо, если кто-то болеет, больше всего он желает здоровья. Итак, для здоровья нам что необходимо? Физическая культура. А вообще-то в Министерство счастья будет входить еще и Министерство... Нет, не здравоохранение. Подумайте только, охранение, охрана здоровья. Нет, мы приумножаем здоровье. Нет, мы умножаем здоровье. Нет, мы увеличиваем здоровье. Поэтому наше министерство, которое будет входить в состав Министерство счастья, будет называться Министерство умножения здоровья. И вот сейчас я вам покажу. У меня здесь есть вот такая вот перекладина, на которой я развиваю свои мышцы рук. Вот у меня мышцы рук спрятаны. Вот, видите как. Да, спрятаны мышцы рук под моей кофточкой. И вот ничего лишнего, как вы понимаете, на теле. Возраст у меня очень молодой. И сейчас я буду отжиматься на этой перекладине. Я думаю, в доме это самый главный атрибут для того, чтобы, во-первых, вытягивать позвоночник, во-вторых, подтягивать мышцы рук, пресс, спину. Вот я попрошу своего благоверного, чтобы он меня заснял.